Да. Ну, она постоянно рядом с ним, не отпускает его ни на минуту. А я хочу с ним побыть наедине, я хочу его обнять, все ему рассказать, поплакать. А она... Вот она мне, подруга. Мне, с одной стороны, очень жалко. А с другой стороны, я хочу, чтобы его не было мало. Папа. Да, Танюша. Самый любимый. Ладно, нет.